Наши малыши. Пришло время их кормить и в туалет водить. Сейчас мы это вам покажем. Ну, не наши, это Куба и Синаи, Андрея малыши. Вот, с парка, Арктик-парка. Вот. Дружественного нам. Вот такие пупсики сейчас покажем. Так, ну что у нас там? Молоко вылилось. Давай вот этот самый сложный у нас вечно плохо присасывается. Проснулся. Так, где у нас туалетная бумага? Вот. Для начала мы сделаем так, чтобы он сходил в туалет. Да? Вот, будем массировать ему животик. Он ищет уже бутылочку. Видите, он писает уже. Он писает тут. Это самый маленький мальчик из всех. И самый вредный. Да. Протрем его всего. Да. Так, оставь бутылку в такое окошко. Давайте. Сейчас. Будешь? Вот, теперь мы наконец. Ну давай, давай, давай. Ну давай, распробуешь, нет? Вот он, говорю, он все, он как-то ест через раз. То он ест, то он не ест, этот малыш. Возможно, ему надо чуть лучше проголодаться, конечно. Может, молоко очень теплое. Прохладнее. Ну, будешь, а нет? Давай. Я обычно самым последним кормлю. Давайте вот так. Будешь еще? Так. Вот к пальцу хорошо присасывается, к соске ему что-то там, блин, не нравится. Вредный такой? Да, это очень вредно. Не знаю, возможно, оно горячее, что ли, не знаю, что как-то. Но на самом деле, говорю, вот самый такой щенок, который, блин, хуже всех сосет. Ну, причем он активный, хорошо ходит в туалет. И к пальцам он вообще присасывается, как, я не знаю, намертво. Вон, видите, пальцы, все, ему нормально. Очень сильно присасывается к пальцам, но вот почему-то соска ему не нравится. Видите, вот он сосет палец очень хорошо, а соску почему-то ему не так. Ну так, ну давай. Вот можно, не знаю, может. Ладно, оставим его пока здесь. Давай таких тогда. Этот мальчик у нас самый крупный. Ну, давайте я сначала покормим. Он хорошо кушает. У меня там вроде как ротик чуть повредили при рождении. Да, он сейчас выползет у меня из подмышки. Капризуля. Вот если этих мы уже кормили, сейчас скажу сколько раз. Раза три ночью, утром, днем. Это получается 5. Вот 6 раз мы их уже кормили, как они у нас приехали. Вот эти ели 6 раз, этот мальчик ел хорошо только 2 раза. Остальные разы он так же, непонятно. Пока не уходим.
Все, умирился там. Вот пальчик присосался и все, намертво. Больно сжимает так. Зубов нету, больно. Все, накушался, да? Ты молодец, у тебя хороший аппетит. Да? Это прям, я думаю, большущий будет. Сейчас еще вот этого капризуля попробуем. Ну, давай. Вот. Утром сегодня, когда часа, наверное, 4 прошло, ну нет, 3, наверное, 3, да, вот как бы самый большой промежуток был, вот он хорошо сосал, прям очень много скушал. А вот через 2 часа он как-то неохотно. Ну давай уже, ну что ты вот. Вредный щенок. Давай, давай еще. Ну что не так тебе? Ну, соль. Весь в молоке измазался уже. Давайте третьего возьмем. Кошка зачем-то в пеленку завернула. Этот мальчик тоже очень хорошо сосет, у которого мама немножко поднакусала. Ну, у него быстро это все зарастает. Вообще у щенков новорожденных очень бешеная регенерация тканей происходит. И все вот эти вот маленькие травмы, ранения небольшие, они заживают на них очень-очень быстро, быстрее, чем на взрослых собаках. Поэтому, я думаю, швы ему снимать уже можно будет раньше, чем через 10 дней. Все такое. Еще будешь? Да. Ты наелся уже? Они не так давно ели, может, еще из-за этого. Ну что мы тут как измучили? Давай, иди сюда еще раз, самый вредный ребенок. Ну что, в туалет хочешь или что ты хочешь? Почему к пальцу присасываешься, а бутылка не так? Ну. Попытка делает и все. Молодец, ничего ты. Ой, вредная какая дитё. Ты в кого такое вредная? Ну всё, будешь что? Наелся тоже? Они постарше станут, они вообще будут хватать бутылку очень хорошо. Это пока маленькие, они бывают такие. Чувствуют, видимо, подвох какой-то. Хорошо начал есть тоже. Значит, и за себя поешь, и за брата, да? Он очень самый-самый большой будет этот щенок. Он уже сейчас самый большой, но учитывая, как он хорошо кушает, расти он будет также очень быстро. Все, малыш? Ну что, еще будешь, нет?
спать. Все, накушался тоже малыш. Вот, еще вредному предложим. Ну, вредный мой ребенок. Вот так. Ну, да, вот молодец. Ну, наконец-то, наконец-то. Что не так? Вот, начал сосать наконец-то. Говорю, его с уговорами такими, но мало кушает по сравнению с остальными. Все равно. Вот, наконец-то присосался. Это все? На что тебе хватило? Давай еще чуть-чуть здесь осталось. Ну, больше нет. Все, что ты захотел поесть? Ты будешь отставать в росте от остальных, если так будешь плохо кушать. Я уже даже к пальцу не присасывается. Наелся, походу. Ну, все. Не хочет. Так, ну что? Вон тут туалет пошел, что стул у него какой-то не очень. Ну чего, давай тушься. Ну, ты сходил, нет? Что-то какие-то воспаленные папы у них поносят, что ли. Помазать попу каким-нибудь кремом тебе, да? Так. Лицо. Хотя он вот это. Так, не падаем. Все? Вот. Тёныш. Этот мальчик желтенького цвета сам по себе родился. Потом, скорее всего, будет светлеть. Вот. А носик, скорее всего, будет темнеть. Динь-динь. Пяточки. Так. Вот еще с другого. Этот еще у нас не ходил в туалет. Пирожочек, пирожочек. Уже какает. Щенкам, чтобы они сходили в туалет в таком возрасте, надо обязательно массировать животики. Сами они плохо ходят, могут быть запоры. То есть это помогает перистальтике, провоцирует их ходить в туалет.
Много кушает и много какает. Тужится как. Прям тужится, тужится, да? Еще. Коповинки, наверное, уже завтра или послезавтра у них отвалится. Так, да. Далеко поползло. Блюдо. Вот этого. Мальчугана, какая у нас капризуля. Сходишь еще в туалет? Как это будем? Надо. Вот, старается, что-то там тужится. Ой, вы сейчас свалитесь, ребята. Язык, смотрите, какой. Покажите. Он его трубочкой свернул. Ой, дитё. Здесь рот в молоке. Ну что, ты будешь тужиться еще? Спатеньки. Похоже, этот спатеньки будет. Не хочет. Я говорю, он меньше кушает и меньше какает. Вчера прокакался хорошо. Вот этот малыш. Все. Массив. Сейчас еще чуть-чуть его. Вот. Так. Будем их укладывать, менять пеленки. Сейчас. Это они все записали, закакали. Так, пока они у нас в этом ящичке, надо будет поискать им тоже какой-нибудь другой ящик побольше, потому что из этого они быстро вырастут. Вот. А контейнер, где были наши щенки, он сейчас занят у нас таракашками. Так, ну все, давайте их складывать в коробочку сейчас. Так вот, давай. Маленькие сейчас уляжутся спать, я думаю. После еды они быстро засыпают. Вот. Им здесь не холодно. У нас в комнате обычно около 23 градусов. Вот. Малыши уже обсохли, сквозняков нету. Поэтому грелочку им не кладем. Вот. Греть обычно нужно каких-нибудь щенков, которые, ну, во-первых, другой породы, а во-вторых, более слабых каких-нибудь, которые плохо кушают. Вот. Потому что наши собаки, говорю, рожают и вообще, ну, не в утепленных будках, в обычных на сене. С матерью, правда, но они и друг друга греют очень хорошо. У нас здесь довольно тепло. В общем, щенки не мерзнут. И все нормально, все, уснули. Вот. Обнимает братика. Такие ляпули.